Магазины непродовольственных товаров в Югре могут работать. Правда, пока речь идет о помещениях площадью до 500 квадратных метров. Предприниматели, реализующие товары первой необходимости, также могут открыть свои торговые точки, даже если они находятся на территории развлекательных центров. Такое разъяснение дала губернатор Югры, отвечая на вопросы пользователей в Инстаграме. По мнению общественников, возможность работать – это самая лучшая помощь для бизнеса. Впрочем, предприниматели пользуются и финансовой поддержкой. В частности, принято решение увеличить финансирование фондов поддержки предпринимательства. Так они могут выдать большее количество льготных кредитов бизнесу. Помимо этого, предприятия, сохранившие 90% сотрудников, получат частичную компенсацию фонда заработной платы в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника. Сейчас это 12 130 рублей. Самое важное, что мы можем сделать, это сохранить занятость и сохранить работоспособность экономики. То есть по ключевым моментам, как я уже говорил, что мы получаем запуск, перезапуск экономических процессов, связанных с базовыми отраслями, и получаем поддержку зарплатных проектов, тем самым сохраняя занятость населения, что, на мой взгляд, является самым важным в данной ситуации.